сопровождении начальника Анапского ЛОМВД России на транспорте полковника полиции Игоря Пленкина и его заместителя подполковника полиции Николая Ильина, председатели советов посетили Темрюкский линейный пункт полиции, где пообщались с сотрудниками транспортной полиции и отдыхающими, прибывающими в Темрюкский район. Общественники не только ознакомились с условиями несения службы стражей порядка, но и оценили доступность для граждан информации о работе органов внутренних дел на транспорте. Работа здесь налажена в тесном взаимодействии со всеми службами. Следующий пункт проверки – поселок Стрелка Темрюкского района, где совместно с сотрудниками Анапского ЛОМВД России на транспорте осуществлена проверка наличия и соответствия документации, безопасности оказываемых услуг по водным прогулкам на реке Казачий Ерек. Долина лотосов порадовала не только своей красотой, но и ответственным подходом к обеспечению безопасности гостей. Внимание членов общественного совета привлекло отсутствие аптечки в прогулочных катерах на случай травмирования пассажиров. Индивидуальный предприниматель, отвечающий за осуществление услуг по водным прогулкам на реке Казачий Ерек, заверил проверяющих, что в ближайшее время оснастит все маломерные суда необходимыми медикаментами. Сегодня была проведена проверка индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги в вывозе людей на экскурсию на лотос. Проверены все документы. Документы соответствуют тем требованиям, которые нужны для этих целей, для безопасной перевозки пассажиров. И поэтому замечаний каких грубых не выявлено. Есть рабочие моменты, на которые указаны, которые будут исправлены. Отсутствие аптечек. Ну, для первой помощи бинт, йод, жгут. Вот этой лодки будут укомплектованы. Подводя итоги, председатель общественного совета ПРИУД МВД России по Южному федеральному округу Георгий Шаура дал положительную оценку деятельности Анапского ЛОМВД России на транспорте. Выразил надежду на продолжение взаимодействия и помощи в решении актуальных вопросов обеспечения безопасности в период оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019». Я являюсь заместителем председателя комитета противодействия коррупции при администрации президента. И поэтому я посмотрел ряд своих вопросов и остался удовлетворен. Это ведением финансовой дисциплины, наличием кассового аппарата, который сейчас обязан для каждого предпринимателя. С 1 июля они введены. Так что больше сказать ничего не могу. Качество услуг оценить не могу, потому что качеством услуг не пользовался. Олеся Давыдова, 39 канал.